Вы в прямом эфире. Опаньки! А на кого он смотрит? На группу. А теперь на нас. Здравствуйте. А вот это криво сейчас получится. Лучше вот в таком виде. Ты думаешь? Так повернуть? Да, конечно. Да. Ну давайте. Только так. Узнавайте, кто мы. Двойной эфир. Да, вот это у нас такая новая сейчас, программа. Сейчас, маленькая, да. Маленькая. А у тебя светопередача лучше, между прочим, чем у меня. Вот здесь. А надо настроить просто. Нет, нельзя. У меня дисплей китайский. А, да, понимаешь? Вот. Меня обманул какой-то работник Apple. Угу. Понимаешь? Плохой работник. Сейчас у нас будет съемки в прекрасной программе, которая называется «Главная роль». Да. Проект. Да, проект. «Главная роль». Проект, да. Догадайтесь, кто мы. Да. Они здесь уже догадались. Нет, здесь уже догадались. А у меня кто-нибудь догадался? Ну-ка. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, мы догадались, кто мы. Какое небо голубое! Вот. Да, ну, да, вы, ну, совсем уже. Нет, а ты знаешь, здесь связи просто нет. Нет, они вон там машут. Присоединяюсь, здравствуйте. Машут. Ну, как вы думаете, кто мы? Вот. Они только присоединяются, но они машут, улыбаются. Да. Никто не догадался. Никто не догадался? Вообще. Тупые любимые зрители. Тупые любимые зрители. Тупые любимые зрители, да. Вот мои зрители, они догадались. Нет, вот сейчас придет Буратино. Буратино, да. И станет Саша, все очевидно. Слышишь, вот просто прям сколько. А можно на костюм? Можно. Пора на костюм, друзья. Вынужден с вами попрощаться. Давай мы. Три, четыре. Алиса не мяукает. Алиса, ну, ну скажи, что это. Это змея. Да, да, да. 3-4. Хотя Алиса как змея. Алиса вот именно. До свидания! Да, вот до свидания. Типа того. Да. Все, мы вас любим. Ждем. Помахать. Пока-пока. Слушай, мы зависимы, да? Скорее. Беги скорее, Миша. Сейчас. Давайте. Ой, без штанов. Ты куда, что же делать? Миш, давай, беги скорее. Ладно, раньше войдем. Кадр, и раньше из него выйдем, хорошо? Миш, я тебя тоже сейчас буду снимать. Можно на прямой эфир? Там. Все выскакивает? А мы будем, знаешь, что? Давай знаешь, что мы сделаем вообще сверху ее. Да, то там уже. Ну то там пусик. Мы его не любим. Мы его не любим. Ой, чешется все, кошмар. Да, где вот здесь попрохладнее, кстати, на входе. Лиса, Алиса, правильно. А-а-а! Миша, у меня догадались. Миша, это случилось, у меня все догадались. Ты представляешь? А его нету? А он брючки одевает. Проекте, который называется «Главная роль». Почему я не понимаю черная картинка? А вы меня видите? Почему я никого не вижу? Оп! Все равно черная картинка. А сейчас оп! Черная. Прямой эфир. А, то есть вы, вот я вижу, что вы что-то все время. Так, значит, вы видите? Елена. Ага, здравствуйте, Елена. Ой! Тяжелый парик какой, как жарко в нем, боже мой. Как же в нем жарко. Я не понимаю, почему все какое-то очень черное. Здравствуйте. Здравствуйте. Отмена. Оп. Привет из Ростова-на-Дону. Да, привет, мы там недавно были. С котом Базилио. Пошли посмотрим. Что у нас там в студии происходит? Смотрите, такая студия огромная, красивая. Вот она. Вот. Скажите, вы меня сейчас видите? Лиса, Алиса, прикольно получилось. Большой привет. Сейчас мы вот здесь будем снимать Лису, Алису. Вот там наша режиссерская группа. Мы с котом Базилио. Базилио. Будем тут сниматься. А вот наш стол. О, смотрите, это наша прекрасная студия. Вот здесь вот. Вот она.
классно. Она еще не готова, эта студия. Видите, лучок висит. Лучок. Такой красивый лучок. Ха-ха. Там-тара-там-па-па-пам. Ух, какие кастрюльки чудесные, смотрите. Инструменты несут. Нас распнут на каких-то палках непонятных. Оп! Выйти. Отмена. А, Валентина, Ирина. Палку. Все что-то едят. Я уже есть хочу. Нас тут не кормят. Наши гримерные, всякие студии. Так, а что у нас на улице? Давайте посмотрим, что у нас тут на улице. Смотрите, какие на мне перчаточки. Как у лисы Алисы. Так, ну тут все обыкновенно и яркое солнце. А сейчас на меня наденут теплую, притеплую куртку с мехом. А на улице ген Евы. Точно. Непотопляемая. Ген Евы. О! А, дядя Миша? Я. Возможно? Ой, какой хорошенький. Поздоровайтесь с вашими... Потом зрителями. Поздоровайтесь с вашими зрителями. А там темно. Они поняли. Неважно. Там что-то произошло. Можно говорить. А. Да, все равно они нас видят, слышат. Так, брючки. А кот Базилио был в драных брюках, в драных джинсах. Нет? Когда джинсов не было, тогда не было понятно, вообще джинсы, что это было. Не было. Да, не было, конечно, да. Дорогие, мы будем сейчас играть практически супружескую пару. Практически, открою, да. Открою вам секрет. При этом практически, деле... напомню, что товарищ Быков гонял товарища Санаева, между прочим, перед тем, как она открывала рот и говорила, какое небо голубое. Он говорит, нет, ты все не так делаешь. Кошмар. Кошмар. Ну, я не знаю, кто сейчас кого будет гонять. Я тоже еще. Мы не распределили роли. Наши роли... А почему у тебя на твоей голове такая шлепочка? То, дело в том, что я нашел кондиционер здесь. Его, нашел его головой. Травма! Но не нашел его глазами, да. Бедолага, какой кошмар. Да. Вот, а я думала, это что-то для роли. Это для роли. Для роли, знаешь, чтобы лучше приклеивалось. Да, не, это лучше, чтобы из космоса приходила энергия, знаешь, от Ролана Антоновича. От Ролана Антоновича. Сразу, да. Да, свои исцеляющие лучи направляет нам, и мы с тобой просто сейчас просто улетим. Да, да, да. В кадр. Я думаю, что да. Да? Конечно. Ну, хорошо. Конечно. Это ох, как хочется посмотреть. Знаете, нам тоже очень хочется посмотреть. Я не знаю, да, когда у нас это будет? В сентябре, в октябре на канале? Мы не знаем. Мы вам сообщим. Мы вам скажем. Обязательно. Красотуны. Конечно, потому что мы не... Мы вообще не в курсе. Мы даже не знаем еще, кто мы до конца. Нет, ну как, нет, мы знаем. Ну, частично, вам да. Удачи и вам удачи. Да, взаимно, взаимно, взаимно. А? Что? Я вас люблю. Пока. Да. Сейчас за пол.